Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт, однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. Значение буквы Д говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. У этих людей удивительная интуиция, их часто посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.